Вот уже 2 года жилой комплекс «Императорские мытищи», расположенный вблизи деревни Болтино, активно заселяется. Каждый, кто хоть раз в своей жизни переезжал в новую квартиру, знает, это процесс, конечно, приятный, но в то же время сложный. Сотрудники управляющей компании ООО «Гранель ЖКХ» уверены, только праздники не позволят погрязнуть в бытовых делах. Тем более есть хороший повод – Международный день соседей. Эта встреча – прекрасная возможность познакомиться со своими соседями, немного отдохнуть, создать и укрепить добрососедские отношения. Желаем вам от всей души отметить этот славный праздник в теплой компании ваших соседей. А мы, как управляющая компания, позаботимся о вашем комфортном проживании. Местом для проведения праздника был выбран центральный бульвар. Именно здесь проходили веселые конкурсы. Несмотря на то, что программа рассчитана на жителей разного возраста, самыми активными в этот вечер стали дети. Стёпа из 10-го дома, движение, делай, давай. После таких выступлений просто необходимо подкрепиться. Организаторы не оставили гостей голодными. Предусмотрели все – и сытную кашу, и лакомство для чаепития. Расскажите, чем кормите сегодня? Тушенка с гречкой. И не наоборот. Угощения там детские, сладкие, чай. Все. Ну как думаете, вкусно получилось? Очень. Тебе нравится? Что? Каша. Да. Ну я обычно люблю такую кашу. Приятного аппетита! Спасибо. Праздник во дворе для жителей этих новостроек – дело привычное. Зимой здесь водили хороводы возле елки. Тогда в микрорайон наведались Дед Мороз и Снегурочкой. Но управляющей компании приходится держать марку. Каждый день сюда приезжают новые семьи. И такие праздники становятся для них первыми. Просто мы даже друг друга не видим. Пока сейчас вселяются, у всех много дел. А так все хорошо, прекрасно. Поживем, увидим, наверное, праздников будет больше, общения будет больше. Важно, чтобы мы все познакомились, встретились, потому что мы во дворах встречаемся, на каких-то мероприятиях встречаемся. А так, чтобы в свободной атмосфере, это первый наш раз, надеюсь, не последний. Самые смелые в День соседей получили заслуженные подарки. Ну а главный сюрприз для всех жителей комплекса прогремел в вечернем мытищинском небе. Анна Мусаликина, Олег Степанов. Информационная программа «День».